Магнитогорская станция по ремонту «Жигулей» по-прежнему лидирует в городе как предприятие, где ремонтируют автовазовские изделия наиболее качественно и по сравнительно низким ценам. Лето принесло новые заботы нам, владельцам машин. Но что не является парадоксом нашей ненормальной жизни, потому что везде так. Для авторемонтников наступило время большой работы. Второй пик планируется на первые ноябрьские заморозки. И внимание желающим купить хороший и дешевый автомобиль. Здесь их продают. И не только. Весь предпродажный сервис также к вашим услугам. Самая дорогая на сегодняшний день модель ВАЗ-21099, она стоит у нас 47 миллионов. Самая дешевая модель это ВАЗ-21061, стоит она 30%. Вот разброс цен. Практически мы держим эти цены уже в течение полутора месяца. То есть практически не поднимаем, как просчитали свои затраты, железнодорожные тарифы, затраты на доставку и на перегонку и сохранность. Плюс небольшая наша инфраструктура. Сюда же входит продажа продуктов.